Всем привет, дорогие друзья, дорогие подписчики. Сегодня покажу небольшой выпуск обзор находок. Да, не было давно обновлений у меня. Точнее, ну, потому что, сами понимаете, ничего не покупалось. Ну, хоть что-то, какие-то деньги заработано купить смог в итоге, или что-то мне отдали, вот. Давайте посмотрим. Так, ну, понятно, я взял бесплатную клавиатуру и мышку. Вот, взял вот такой срабатывающий огнетушитель, то есть, если, не дай бог, будет пожар, если пламя доберется, оно взорвется порошком. Вот. Дальше купил это для видеонаблюдения, вот такой вот беспроводной мост, вон видите. Вот, так. Это переходники-разветвители для компьютера, для вентиляторов, вот я вот взял. Я тогда ездил к одному чуваку на вызов, но не пригодилось. Но решил себе так оставить. Так, это щупы запасные. Так. И вот видите, что еще мне досталось. У меня есть отдельный ролик уже. Это вот такой вот раритетный счетчик. 1958 года выпуска. Ну, я тогда со счетового демонтировал. Потому что у друга по соседству свет пропал. А счетчик им не нужен был, потому что у них на столбе сейчас уже у нас на даче выведены счетчики, вон. Там, ну, там долгая история. В общем, в итоге хотели выбросить, я решил себе оставить этот счетчик. И вот такие вот танчики, вот смотрите, я их дома нашел, один вот я подлатал, вот. Вот, у меня дома завалялись, хотел выкинуть. Единственное, в чем была проблема, это в севшем аккумуляторе. Ну, аккумулятор я подобрал, в принципе. Нашел, вот. А, и вот тут вот еще было сломано, я подклеил, вот. Ну, давайте сейчас я включу, все-таки продемонстрирую, что он работает. Я, конечно, не знаю, как смогу поуправлять им. Так, включаем. Очень понятно, этот работает. Этот тоже работает. Так, ну вот единственное, надо тоже пересаживать пульт на батарейке. Давайте сейчас я их пересажу. Ну, здесь выглядит ситуация получше, конечно. Ну. Ну, понятно. В общем, все работает, стреляет. Все замечательно. Теперь давайте я покажу немножко на фото. Так, ну вот, я тогда купил такие вот габариты огни вот для самоката. Ну, мне не очень, конечно, подошло, вот, поэтому... Оно вот мигает, я прикрепил вот к велосипеду. Вот аптечку вот я должен передать товарищу одному. Из двери я вот все никак ему не отдам. Все еще никак не доберусь. В общем, обязательно доберусь. Это заглушка для системного блока. Вот, кстати, эту лампу. Я купил у меня в инизаторе, она вышла из строя. Сейчас я ее покажу. Ну вот, том самом... Ионизатор я вот менял вот ультрафиолетовую лампочку, ну она работает. Подошла, вот я подбирал ее по размеру. Вот. Все-таки вошло, слава богу, без проблем. Ну вот я вам показываю такую принципу. Я выбирал эту ультрафиолетовую лампочку. Дальше вот разветвитель для звуковой карты. Вон видите, да, коврик я вам уже показывал. Крепление я купил для телефона, но мне, правда, показалось, что маловато, честно, не то, что мне понравилось, что приходится чехол снимать, поэтому, ну, лежит просто вон без дела, так. А, кстати, помните, я на одном из роликов я собирал блок питания, ой, компьютер, там, по-моему, апгрейдировал с Pentium 4, который отдали, в общем, купил вот такой вот блок питания, все-таки я заменил на другой какой-то блок питания. Более так получше, скажем так.
Ну вот, я на самокат крепил вот фару, чтобы, ну, если в ночное время ездить, чтобы видели. Так, ну это я купил модули цветности к советскому телеку. Вот, кстати, я купил видак. Себе он не так давно, вот, на ретро-телек, помните, я показывал? Ну вот, да, я показывал вон. Вот, посмотрите, можете качество. Вот. Так. Так, ну, это я уже вам показывал. Это вот. А, вот, кстати, еще такой переходничок я купил. Там, чтобы с кассеты, вот, ну, мини. Давай вот на эту ставлю. Ну, короче, вот вставляю сюда кассета от видеокамеры. И вставляете уже после этого уже в обычный видак, чтобы посмотреть записи с видеокамеры. У меня тогда камера накрылась, а у меня какие-то кассеты завалялись, у меня этого переходника не было. Даже не был, но сломался. В итоге я его просто купил с Авито там. Ну, такие вот еще прожекторы я взял вон. Это светодиодные, а не уличные. Ну, светит довольно-таки, скажем так, ярко. Так, ну, переходничок я уже вам показывал. А, вот еще он немного взял ноутбук. Ну, так как он мне, слава богу, отдали, тачки даром, потому что у моих родителей он вышел из строя там. Что-то там перестал видеть жесткий диск. Вообще он не видит в BIOS его. Ну, я потом позже восстановил его. Ну, все-таки Соньку отдали, вот там. Так. Ну вот, кстати, аккумулятор те сам, тот самый купил, который я вот сейчас танки я вам показывал. Уже вот, ну, который я вставлял только что. Ну вот, сами эти танчики, но вы уже так сами видите. Вот, я показывал, что отломано. Я вот уже сегодня только сделал его. Точнее, буквально недавно. Ну, в общем, да, к сожалению, не находок немного. Поэтому, ну что ж, вот так вот. Ладно, народ, спасибо всем за просмотр. До новых встреч. Всем пока.